Рэпер Хаски попал в полицию из-за неудачной шутки. Этим вечером в соцсетях появилась информация, что один из постояльцев отеля «Ритц-Карлтон» в Москве повесился на перилах балкона. На место приехала полиция. Вскоре выяснилось, что висельник – известный российский музыкант, а сам суицид оказался розыгрышем. Рэпера и его друга задержали, но вскоре отпустили. Сообщается, что акция могла быть рекламой нового альбома.